как застрянем. А застревает. О, видишь, ты сказал, застрял. Это меня вытормозил. Опа. Скорая приехала кому-то. А туда мы что идем? Ну ты пойдешь в Фикс-прайс, надо тебе. А, Фикс-прайс. Идем вчера, мы вчера маршрутку списали. Вот. Дойдем до Империи, там Фикс-прайс, потом на Оранжевый. А что, новостройка все стоит, что ли? Да, она что, не достроилась? Хобот прям пушится. Глаза. Погулять мне нравится. Долгострой. Вот это здание горело наверху в прошлом году. Окурок, видимо, кто-то не затушил. И верхний этаж у него горел. Вот теперь строится долго. Но, по-моему, стекла появились на балконе. И продаются квартиры уже. Сейчас, конечно, покупать опасно. А окна тут... А, окна уже есть. Ну, хорошо. Окна есть хотя бы. Первые этажи, только нет ничего. И рядом дорога. Какая это дорога, Дим? Ой, Жень. Московская. Московская? Московское шоссе. Это у нас Нота. Магнит там открылся. Там раньше Юлмарт был магазин. Я там ездила, планшет свой сдавала. В ремонт несколько раз. Раз три, наверное. То одно, то второе после ремонта появилось. Третье после ремонта появилось. А потом деньги отдали. Три раза сдаешь в ремонт и отдают деньги. Возвращают, его забирают. Коммерция. Девушка, давайте с вами познакомимся. Какой, смотрите, снег идет у нас. Блестит. Там самолет.
карусель пошла. А там, оказывается, Женька. Женька, ты меня держишь? Ой, ой. Сейчас пойду. Ага, маску сними. Сейчас я маску сниму. А, только через камеру себя увидел. Карусель пошла, а там карта нужна, как в ленте. Шоколадка 80 рублей стоит, а если без карты, то 150, что ли. Как-то так. Ну, хорошо, там у парня была карточка. А если так, то покупать 50 рублей. Но я не хожу в карусель. У меня нету ее здесь рядом. Это вот я только сегодня. Куда? Куда? Вот, идем по улице. Сейчас мы идем в фикс прайс. Потом светофор за чебуреками. И все, и домой. Женька, покажись. Ну, покажи, что ли. А? Как ты меня любишь? Покажешь? Как ты любишь меня? О, как меня любит, видите? Вот, а там есть, кстати, это Lexus. Lexus вон там продаются. Центр Lexus. Ты знаешь, что такое Lexus? Машина. Машина? Слышу. А, ну знает, дурак. Ладно. А ты думала, мы такие глупые, что ли? Конечно. Я знаю, что ты глуп. Ты очень-очень глуп. Ну вот снег, кстати, прекратился немножко, да? Да. Ты высокий. Ой, выше тебя, по-моему, будет, Жень. Да? Вот кое-что купила в карусели, потом дома покажу. Купила Диме цапалку. Сейчас. Цапалку купила, которая снег, короче, делает. В детском мире она 200 рублей стоила. А такая же в этом 100 рублей. Ну, блин, покажу дома, короче. Там она не такая, как обычно бывает. Ну, надеюсь, все хорошо будет. Фонарики такие светят прям. Светят. Вот следующий торговый центр. Женя меня прям сегодня по магазинам повел. Какой-то там Рио чего-то там. Здесь. Господи, как он? Империя. Империя торговый центр. Фикс прайс внизу. Хочу фикс прайс зайти. Лимонад хочу купить. Что-то меня прям подсело на лимонад конкретно. Ты куда пошел-то? Чего? Чего? Ты дурак. Не можешь найти. Фикс прайс был в том. Он меня повел в это здание нафига. Там вообще ничего в этом здании нету. В этом здании должен быть фикс прайс. Вы меня вот все время ругаете, что я Женю обзываю дураком. Потому что по-другому нельзя никак. Начинаешь злиться. Провел меня целый квартал. Я помню, что вот была фамилия, в этом же здании внизу был фикс прайс где-то. Знаешь, он был внизу, но я его ни разу не нашла так. Где-то он внизу там был. А сейчас вывески нету. А Женька там уже был несколько раз. Толком не знает. Ну как тут не обозвать его дураком? Ну правда, скажите, вот как? Если он сам напрашивается. Смотрите, совсем снег перестал. Уже фикс прайс ходили, он полупустой. Ничего нету. Вон там, видите, мост. Сейчас машина заедет. Во, видишь, поехала. А так все четко, ярко, красиво, да? Вон там церковь. Это у нас в Самаре называется ипподром. Здесь вон такое колечко. Раньше, видимо, там когда-то был ипподром. Сейчас там Магнит, Lexus тут вот, Volkswagen. Там еще какой-то. Как красиво. Тут Эльдорадо, карусель, которой ничего нет толком. Фонарики такие красивые. Через камеру так красиво смотрится. Я надеюсь, что у вас тоже там на экранчиках ваших тоже очень красиво смотрится. Сейчас мы идем в светофор.
Будем, наверное, идти очень-очень долго. Да, Жень? Нам пару кварталов где-то идти. Что там за пар такой? А это ветер. И потом домой. И потом обзор вечером покажу покупок. Там рюкзак у меня прям полный. Жень, покажи, какой у меня рюкзак полный. На, возьми. Господи. Возьми. Полный. Ну ты что так быстро? Пойдем. Вот как его не назовешь дураком, а? Попросила поснимать. Снял. Ну это одна секунда. Да. Пролетела. Да, не увидеть, ну, ничего не успела. Давай, давай. Давай, нормально, давай, снимай. Давай. Поворачивайся. О. Целый телевизор там. Пошли. Люди вон там смотрят на меня. Вот видите, какой рюкзак. Рюкзак вообще прям полный, там битком. И еще фикс прайс я сошла. Я думала, не поместится. Нет, все поместилось полностью. Он прям. Ну там кое-что одна очень вкусняшка такая, я ее люблю давно уже. Она очень обширная такая, большая. Вот, поэтому получилось много. Ой, рука замерзает. Ты меня любишь? Люблю. Как ты меня любишь? Ох, как он меня любит. Мой ветер, ветер. А, вот так теплее. Снегурочка. Ля-ля-ля. Надутая, кстати. Удобно, наверное. Потом сдул. Ха, ты чё? Сфоткаешь меня? Ну давай. Не мешай. Ёжик в тумане. Ты пока мне не мешаешь. Сейчас немножко. Так, ну. Стой, ну надо как-нибудь это. Мне где-то возить. Не мешай. Сумки разбери. Ёжик в тумане. А-а-а! Ёжик! Где ты, ёжик? Ёжик! У меня запотело там так, всё. Отойди, отстань отойди, от меня. Отойди. Отпотело. Светофоры купили вот такие вот мы. Ай, ну пройди сам. Самостоятельно давай. Вот такие вот. Сметанный соус с грибами. Мечта хозяйки. И Рика. Соус с чесноком. Мне кажется, вот это вот должен быть точно вкусно. И грибочками быть вкусно. Так, Женька разогревает чебурейки. Погорячей. Себе погорячей, мне не так. Так, а вот здесь вот моя сумочка. Сейчас мы с вами посмотрим. Тяжеленная. Что купила я? Я вам говорила, обещала показать. Вот смотрите. В фикс прайсе 50 рублей. 27, кстати, в нашем 25 стоит. Этот. Мне так нравится, он такой классный. Самая большая покупка. Такая вот. Мне на вечер. Так, лимонад. Такие вот Диме я купила. Мы уже покупали, уже брали. Димочке очень нравится. С наклеечками, книжечки. Так, мандемсики. Такие вот конфетки попробуем с вами. И вот такие, кстати, на них были уже обзор. Это, короче, вкусность со вкусом мяты обалденные. Они с карточки стоят 79 рублей, без карточки 130, что ли, я сейчас не помню. Это в этом Карусели. Там еще обзор, все. А, нет, тут еще потом вообще. Хотя нет. Походу, все. Остальное все там. Ну все, что-то так мало поместилось. И еще вот здесь вот. А, вот здесь вот. Чипсы из светофора. Моих любимых не было. Были вот такие вот. Не знаю, короче, попробую, потом расскажу. Как
конфет. Таких должно быть две, а вон вторая. 90 рублей всего. Это, короче, конфеты получаются, которые в светофоре у них потерялись, открылись упаковки случайно. Их собирают все вместе и потом взвешивать как общий. Просто вот конфеты ассорти вес. 90 рублей. Здесь, кстати, очень дешево в этом светофоре. А в нашем они дороже стоили. Давно хотела. Купила таких два мешка. Там вот, вот там стоит второй мешок. Очень понравилось. Ой, господи, еще не пробовала. Вот такие вот купила я. Поближе к вечеру на 100 кг. Ну, как ночь, потому что у меня не тратить на мегабайт. Ну, такие вот. Половины, мне кажется, не было там. А, две одинаковые вот купила. Ну, ладно. Такая. Мордашками, наверное, будет интересно ему клеить. Колесики. Мышки. Может, тут интересно, что. Надо было мышки купить еще. А, нет, тут пуговки. Точно, вот они, пуговки. Пуговки. А, тут тоже пуговки. Пуговки, пуговки. Колесики. И мордашки. Мордашки у меня же целых 4 штуки. Да, тут есть. Эти конфетки, они как это... желейные, по-моему, не мягенькие. Такой мандемсик. Ну, 3 штучки, говорю. Оставляй тогда на завтра и все. Не поняла, ты вообще, ты купил же 2 коробки. А еще там одна. Не поняла, ты, сам, ты я, достал сколько? Я пакет разогрел, пакет. А, это пакет один тоже? Один пакет, вот тут еще один лежит, это на завтра. Все, обалдеть. Я обалдеть. Ну, Женька, ну, Женька. Ну, мясо есть? Ну, сытное. Сытное? Угу. Но я тебе говорю, ты разогрел слишком много. Не, ну мясо хватит. Я думаю, что 40. Это тот, который в светофоре. Соль не будет. Ну-ка. Ну да, они что-то снизу холодные, сверху горячие. Толстое тесто. Да? Может, если хлеб не доедим, птичкам завтра дадим лесопарк. Они голодные. Да. Вкусно. Такие штучки вкусные. Обалденно, смотрите. Сейчас где они? Еще люди до меня покупали, стояли в очереди, такие же взяли. Я думала, они будут острые, с пивом или пересоленые там какие-нибудь. Нет, они как колбаски длинные, такие классные. Состав плохо видно. Стоили где-то рублей 130-150, что ли, не знаю. Вкусно, знала бы, побольше взяла. Ням-ням. Хотя островатые немножко. Соленик что-то сразу не заметила. Ну да, такие они, наверное, к пиву. Хорошо пойдет. Вкусные, ароматные такие. Прям такой вкус колбаски. Тоненькая. Кстати, грамм здесь. 250 грамм. Ну, наверное, как колбаса. Ну, такая необычная что-то.